Всех приветствую на канале Animal Life. Маленький котенок размером с ладошку оказался один в этом мире. Совсем недавно на улицах американского городка Карсон, штат Калифорния, нашли очень маленького котика. Он помещался на ладошке и был на улице один. Когда его нашли, то решили, судя по виду, что котенку дней 7, не больше. Однако специалисты заверили, что он появился на свет около 4 недель назад. Все дело в том, что малыш плохо и мало питался, потому и был таким маленьким, недостаточно развитым. Узнав об этой крошке, волонтер Эрин из организации Rain Rescues вызвалась взять над ним опеку. На счастье, котик скоро начал прибавлять в весе и расти. Хотя в самом начале это давалось совсем непросто. И Эрин, и ее сынишка постоянно, не отходя надолго от кота, были с ним рядом. Прошло не так уж много времени, а котенок превратился в живой моторчик. Каждый раз, когда ему было хорошо, он издавал приятные звуки. Научился залезать к Эрин на плечо и хотел подолгу тут сидеть. Проявлял характер, стал игривым домашним животным. По размерам он все еще небольшой, но вовсю радуется каждому дню и веселится. Особенно ему понравилось зеркало. Поэтому он с большой заинтересованностью рассматривает себя в отражении. Каждый день котенок набирает силы. Наверное, уже скоро его кто-то возьмет на постоянное место жительства к себе. Но самое главное в этой истории то, что ему крупно повезло. Бездомному никому не нужному котенку встретились люди, которые спасли его и дали шанс найти новых хозяев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.